Также нужно знать, что так же, как у мужчин есть вредные привычки, у женщин есть не вредные привычки, а вредные проявления характера. И у каждой женщины есть свое вредное проявление характера. Так же, как у мужчины есть склонность к вредным привычкам, у женщины есть склонность к плохим проявлениям характера. И у женщин вот эти плохие проявления характера, они выражаются в следующем. То есть некоторые женщины очень болезненны по природе, они постоянно болеют. Потому что чувствительный организм, сильно чувствительная психика, и они болеют не специально, а просто потому, что так устроен организм. Причем, знаете, мужчины, что иногда кажется, что специально, но это не специально. Например, женщина работала, нормально работала, пока не вышла замуж. Потом она в лекциях узнала, но раньше не знала. Но в лекциях узнала, что женщине лучше не работать. И в этот момент она, когда на работу ходит, у ней голова начинает болеть, или еще сердце там на работе начинает себя плохо чувствовать на работе. А раньше нормально себя чувствовал. Знайте, что это происходит не специально, а просто потому, что она узнала, что работа это не ее. Теперь, если вы, мужчина, допустим, женщине сказали, ну ладно, не работай неделю, и вы все-таки думаете, что она должна ходить на работу, и вы сказали, не работай неделю, это была большая ошибка. Потому что женщина, если что-то получила, она просто не может это назад вернуть. У нее природа такая, она не может уже все. И если даже вы у нее это забираете, дальше прежней жизни уже не будет. Точно так же вы, допустим, жене сказали, давай поживем вот в двухкомнатной квартире неделю, а потом переедем в однокомнатную. Вот у вас в однокомнатной была нормальная жизнь. Но после того, как вы это сделали, у вас нормальной жизни в однокомнатной уже не будет никогда. Женщина согласна с этим, нет? Да. Потому что женщина, она к чему-то, когда привыкла, она уже к старому возвращаться не может в своей психике просто. И поэтому женщина всегда оттяпывает кусочек своего личного счастья в отношениях с мужем. И по кусочку все больше и больше. И у мужика в конечном счете к старости вообще ничего не остается. А у женщины все. Поэтому если как бы взять эти понятия детка и бабка, то бабка это такая, это особая форма жизни, это такое страшное существо, очень активное такое, которое всех мучает вокруг, такое гиперактивное существо такое. А детка это такое смиренное существо такое, никого не трогающее такое, мудрое, совсем согласное такое. Но если взять, допустим, вот если взять 50 лет назад, вот, и взять, допустим, девушку, как она выглядит, девушка молодая, она такая скромная, застенчивая такая, ласковая, добрая, такая, никого не трогает, точно так же, как детка. А мужчина, молодой парень, он такой, как бы, ну, как конь, не оседланный такой, дикий конь, мустанг такой. Парень молодой такой, мустанг, такой, вот. Представляете, как меняется ситуация за 50 лет? Так вот устроен этот мир. Поэтому, мужчины, вы никогда не найдете справедливости в отношениях женщин. Не надо ее искать. Просто поймите, что все счастье находится внутри вашей жены, если вы подчиняетесь правилам игры. Если вы начинаете с ней относиться нежно, ласково, по-доброму, заботливо, как ей нужно в жизни, и очень аккуратно, и как бы пускай она решит, как будет мебель стоять в квартире, что будет на кухне там, пускай она все решит. Ну, то есть дайте ей возможность быть счастливой внутри своей жизни, своей квартиры, потому что это иллюзия думать, что это ваша квартира. У вас есть только работа, победы ваши и любовь ваших детей, вашей жены, все остальное завоюет жена постепенно. Вот.
Поэтому как бы надо понять, веды объясняют, как устроен этот мир. Что женщина живет, а мужчина помогает ей жить. Женщина — это река жизни. Женщина — река любви, река жизни. А мужчина — это берега. Ну вот как, допустим, даже в доме, вот мужчина приходит домой, дети бегают, жена такая радостная, там хлопочет, а мужчина что делает? Ну сидит просто, получает, так сказать, любовь, радость. Ну то есть мужчина берега, он обеспечивает жизнь, он как бы охраняет жизнь. А женщина течет, она река любви. То есть если, допустим, мужчина зажимает берега, он делает меньше ей русла, ограничивает ее свободу, она начинает бурлить. Течь плохо, подмывает берега, точит их, берега становятся хилыми, что энергии меньше у него становится сил, потому что женщина же энергия подвижная. Женщина благословляет или проклинает, а мужчина действует, ну как бы берега вот они есть, они создают рельеф, то есть они создают русло реки, берега. Мужчина создает судьбу, он создает русло. Вот туда потечем, теперь туда, вот придется здесь повернуть. Но когда придется повернуть, знайте, что река на вас навалится в этот момент. Не думайте, что она так и будет течь по низу. Она с разгону так на тебя. И будет тебе по мозгам прямо, по мозгам. Вот. Потому что вот ты поворачиваешь, так устроен этот мир. И ты будешь говорить, ну я же тебя предупреждал, что надо будем поворачивать. Ну что ты мне по мозгам? А предупреждай, не предупреждай, она река. Она не может не наваливаться. Вот. Не дай Бог мужчине поставить плотину. Ну, то есть запрет. Туда течь нельзя. Ну, то есть русло можно поменять там. Еще как-то. Вот течем вот так вот. Или вот так. Огибаем препятствия. Ну, пожалуйста, нет проблем. Ну, подмывать все равно будет берег, когда огибает. Но если ты говоришь, на лекции не ходить, там, или еще что-то, плотина, то дальше что будет? Детей у нас не будет. Ну, плотина, ну, то есть вещи жизненно важные для женщин. Это знания, это дети, это отношения с родителями, тоже женщина очень привязана к родственникам сильно. С родителями не общаешься. Хорошо, плотина, что дальше? Поднимается вода. То есть терпит женщина. Вот когда мужчина терпит, он что происходит с ним? Он привыкает. И все, как будто этого нет. Женщина не может привыкнуть. У ней поднимается вода, потому что ей не дают течь. Потом два варианта. Самый лучший вариант, если она прорывает плотину. Это самый лучший. Потому что если она через плотину падает, электричество начинает вырабатываться. Это очень опасный вариант. Понимаете? Вода шумом вниз. То есть она все равно на лекцию пошла. Все равно забеременела. Но шумом уже, понимаете? Самое лучшее сломать плотину, просто мужику, господи, да невозможно. И просто прорвало плотину, слава Богу. Потому что есть еще третий вариант. Она не может ни прорвать плотину, слишком высокая, ни через нее переплыть. Мужчина очень крутую плотину поставил, думал, ну все, теперь я победил. Какой результат? Она меняет русло. И у тебя река высыхает твоей судьбы. Поэтому, мужчины, не надо плотины ставить. Русло сделали. Правила жизни сформировали, женщина привыкла к ним, подергалась немножко, как бы, поподтачивала берега, побурлила и поплыла. Она привыкает, женщина плывет. Но если мужчина сам хочет плыть, он говорит, я буду плыть, тогда жизни не будет. Жена несчастна, нет жизни. Веда объясняет, что если жена, женщина не уважает мужа, то его не уважают подчиненные. Она создает в нем стереотип реакции на него самого, у людей. Женщина, которая общается с ним, создает стереотип реакции на него. Неосознанно.
Она не знает об этом, и он не знает. Ну, то есть, если мужчину жена уважает в сердце, все его начинают уважать. Не уважают, все не уважают. Если она его предает в сердце, все его предают. Представляете, как устроен этот мир? Удивительно. Поэтому мужчины никогда не должны воевать со своей женой. Это проклятие. Бог дал такую жену, надо вот принять, аккуратненько с ней себя вести. Она постепенно становится благодарной, заботливой, и начинается нормальная река, течет нормально. То есть фактически счастье мужчины означает, что женщина счастлива, дети счастливы, все течет хорошо в жизни. И ты просто смотри, чтобы ни туда не текла. Если она перетекает через берега, надо чуть повыше поставить, чтобы она не перетекала. Ну, чтобы она не ветвилась слишком сильно, там, ручьи не давала. Сильно большие, а то вода, в основном русле вода теряется. Женщину, когда уносит куда-то, уносит. Надо ее назад возвращать. Самое лучшее возвратить незаметно. То есть сказать, да, нормально, нормально, и так раз, и она опять в основное русло пошла. Или стать берегами там тоже ее, сформировать это правило, чтобы у нас два русла теперь течение. Оно потом соединится в одно. Смотрите, взять, допустим, маленькую девочку, маленького мальчика. Девочка имеет знания с рождения. Ей не надо стремиться к знанию, поэтому девочка все знает. Маленькая девочка 5 лет знает, как она будет большая, что у нее будет, что она хочет. Она знает характер папы, мамы, какие у нее отношения, что происходит вообще вокруг. Она все знает, маленькая девочка. Маленький мальчик ничего не знает. Ему очень трудно вообще понять, куда он попал. Потому что это и есть основным мотивом его жизни потом становится. Вот это у мужчины самая сильная потребность – это постижение этого мира и самосовершенствование. У женщины самая главная потребность – это гармония, чистота, любовь. Ну, то есть девочке нужна любовь, маленькой девочке. И она хочет, чтобы все было хорошо. Поэтому, когда учительница задает домашнее задание, она будет его выполнять точь-в-точь, как она сказала. Потому что девочка хочет, чтобы все было хорошо, у нее такое желание. Женская природа позитивная по природе по своей, неразрушительная. Она созидательная и добрая, женская природа. Мальчик, он не хочет, чтобы все было правильно. Он хочет победить судьбу. Он может 5 хотеть или понять этот предмет захочет, может быть. Но он не будет делать все по шаблону. Это не мужская природа. Будет всегда нарушать правила, чтобы понять их лучше. Поэтому очень важно знать, что если женщине или девочке очертить правила все, правильно описать подробно, как она должна жить, она будет идеально справляться со своими обязанностями. Ей нужно все объяснить. Подробно. Допустим, жена подходит, говорит, слушай, я хочу с тобой посоветоваться. Это большая радость, что жена подошла к вам и захотела с вами посоветоваться, значит, что все в вашей жизни нормально, мужчины. И, пожалуйста, разжевывайте аккуратно. Не говорю, да ты что, этого не понимаешь. Вот этого не надо делать вообще. Ну, то есть аккуратно, подробно разжевывайте все детали полностью. Ну, не давайте ей советов. Просто объясняйте, вот это так, и вот это так. Ну не надо говорить, вот это делай. Не надо ей говорить. Она сама не пришла ни для того, чтобы вас спросить, что делать. Она сама знает, что ей делать. Она хочет разобраться, чтобы понять глубже ситуацию. Мужской разум очень въедливый. Он глубоко до деталей все понимает. А женщина понимает истину. И когда мужчина говорит, она чувствует, это правда так, это неправда так. И она постепенно разбирается во всем. У нее широкое восприятие мира, но не въедливое, не глубокое у женщины, и чистое. И она поэтому через рассуждение, через общение с кем-то, через советы людей, женщина понимает истину. Мужчина понимает истину только через поступок. Вот мужчины пришли на лекцию, они меня слушают. И ну, что-то много говорит вообще. Я для женщин вообще-то это много говорю, мужчина. Я все разжевываю, потому что женщинам это надо. А мужчине надо просто как бы идею понять, и он дальше сам во всем разберется. Нужно направление жизни понять, и он сам все разберется. А женщине нужно понять детали, все подробно, и тогда она сильно ориентируется в обстановке. Так устроен разум, он разный совершенно.
Поэтому женщине Бог дал верить в старших. Женщина чувствует сердцем, кто старше, и верит в старших. Сразу начинают верить. Мужчине Бог не дал верить в старших. Допустим, мужчина приходит первый раз на лекцию. Вот я наблюдаю, я чувствую мысли людей. Допустим, мужчина пришел на лекцию первый раз. Я чувствую его. Он смотрит на меня, знаете, как он думает? Дурак не дурак, дурак не дурак. Всю лекцию. Пытается понять, дурак не дурак. Так, не дурак, не дурак. Так, еще послушаем дальше. То есть первая лекция — дурак не дурак. Дальше вторая лекция, следующая. Ну понял, не дурак, пришел еще раз, хорошо. На следующей лекции мужчина смотрит и думает, это правильно ты говоришь, это неправильно. Правильно, неправильно. Правильно, неправильно. На второй лекции. И когда жена говорит, ну как интересно, лекция интересная была, он говорит, да, все правильно. Мужчина говорит. И она говорит, я не спрашиваю, правильно или нет. Он говорит, я и сам все знаю, все, что он сказал. Так у мужчины устроена психика просто. Зачем тогда слушал, если ты все знаешь? Он говорит, как зачем? Для подтверждения? Вот. Ну, то есть мужчина, он как бы по-другому воспринимает мир. Он у него есть фундамент, у мужчины знания, фундамент свой определенный. И он на этот фундамент накладывает дальше все остальное знание. Женщина же, она стирает все, что было до этого, и полностью заново все формирует. И поэтому не удивляйтесь, мужчина, если после лекции жена пришла, апгрейд у ней произошел в мозгу. Она теперь совсем по-другому смотрит на жизнь. И полностью убеждена в этом. Женщина так психика работает. Она все старое знание вычищает и новое создает, которое больше нравится, полностью формирует. Мужчина может только одно на другое накладываться, он не может все стереть. Поэтому мужчина меняет свою жизнь очень медленно, а женщина очень быстро. Видите, мы какие разные. Я чувствую, что вы немножко подустали, поэтому можете поспрашивать по природе женщины. Сегодня мы об этом говорим. Если вам что-то в характере женщины непонятно кому-то, или еще что-то, то ну давайте, вот вы спрашивайте. На первом ряду. Поближе и погромче. Иначе я плохо Я на записки, в принципе, не отвечаю. Никогда. Никогда. Ни на какие. Потому что опыт у меня есть жизненный определенный. Если человек пишет записку, значит, он мне не доверяет. Или боится открыть сердце людям, что в принципе... А? Вот это означает, то есть, понимаете, когда человек... Ну, я хочу, чтобы все было эффективно. Если человеку сложно задать вопрос, он, значит, не может открыть сердце. Это значит, что нет исповеди. То есть нет открытия сердца, нет вхождения в сердце знания. Просто так болтать я не хочу, у меня нет сил на это и времени. А если человек готов открыть сердце, тогда это удача для него, для меня, для всех людей. Потому что люди на примере этого открытия понимают, как им тоже жить дальше сами. Поэтому я просто трачу на тех людей время, которые смело открывают сердце. Пускай это не психологично, не этично, не... А я не отвечаю на записки просто. А я могу не спросить. Я потому что вижу, кого спрашивать. Вот вы даже сейчас со мной разговариваете с вызовом. Видите, вы говорите нет. Я вам сейчас приведу пример. Один случай. Один учитель говорит, слушай ученику.
Что бы я тебе ни сказал, ты постоянно со мной споришь. И ответ был такой: нет, учитель, я с вами никогда не спорю. Я знаю точно, что вы не услышите меня. Знаю точно. Но выбирать мне, кого я буду спрашивать. Итак, продолжай, девушка. Продолжай. Да все нормально. А мужчина, я потом все, как бы ушел, вы можем не знать, да? Как его зовут? Ну, это вот то, что вы говорите, это обычно патовая ситуация. Потому что если женщина сильно сожалеет, сильно привязывается, ну, сильно ждет, то это значит, что у нее противоположное чувство. То есть холод, отчужденность и как бы нежелание дальше строить отношения. Вы сейчас в иллюзии находитесь по поводу себя и его. Хотите, я вам сейчас расскажу правду? Женщина не должна беспокоиться, что она придирается к мужчине, обижается на него, портит с ним отношения. Она должна беспокоиться только об одном: насколько сильно она вкладывает в него в этих отношениях. Насколько сильно она служит ему, заботится о нем. Насколько сильно она делает так, чтобы он был счастлив рядом с ней. Если она эгоистична по своей природе, не служит, не заботится, а просто хочет, чтобы ее любили, тогда это всегда патовая ситуация. Это означает неразвитая женщина. И в целом знаете, что мужчина, который не может добиваться женщины и терпеть ее, он тоже неразвитый. Женщина, которая не может терпеть мужчину, неразвита. Мужчина, который не может терпеть женщину, неразвитый. И вы оба неразвитые, поэтому у вас не создались отношения. В этом причина. А не в том, что вы что-то не так делаете. Он тоже не так. Если бы он был правильным, он бы все вытерпел. Но вам пока не положено правильного, потому что вы не созрели для отношений. Созревайте как женщина, учитесь терпеть, прощать, любить, заботиться. Когда вы станете сильной как женщина, вам Бог даст такого же человека, который все простит, вытерпит, и вы поймете, что такое мужская природа. Мужчина способен все вытерпеть. А женщина должна тоже от него все вытерпеть. И тогда наступает гармония. А вы сейчас себя корите, что вы женщина, вы себе женщину уничтожаете. Вы как бы женщина в отношении капризная. Ну ничего страшного, это женщина. Если мужчина говорит: ты что такая капризная? Это значит, что он не развитый человек. Он не понимает, что все женщины капризные по природе. Это все равно, что ребенку говорить: у меня ребенок, он постоянно орет. Так он ребенок. Постоянно кушать хочет, так он ребенок. Постоянно серить, так он ребенок. Да, вас сломал человек, сломал. Это опасно очень. Женщины, когда вы, ну, вы должны понять одну вещь, женщины, что ни в коем случае не надо влюбляться в мужчину. Это так опасно. Ну, то есть, если вы отношения не строите, строите с человеком, пускай он вас влюбляется. Добивайтесь того, чтобы он вас любил. Но если вы влюбились, он будет остывать к вам. Мужчина должен добиваться женщину, а не женщина мужчину. Не надо влюбляться в мужчину, надо быть принцессой, всегда его держать на расстоянии. Надо его как бы играться с ним. Ну то есть, и тогда ему будет нравиться, он будет добиваться, потому что мужчина, ему надо добиваться, иначе неинтересно. Вот он добился уже, все, ему неинтересно. Надо добиваться так всю жизнь, даже если это ваш муж, пусть добивается дальше. Поняла все? Молодец. Все нормально. Вопрос по женской. У вас по женской природе вопрос, да? И вы будете меня слушать?
Я боюсь, что вы не услышали. Нет. Ну дайте микрофон. Сейчас она убедится, что она не может меня услышать. Скажите, как относиться к манипуляциям вообще, если вы чувствуете, я чувствую, что мы манипулируем. Нужно ли от этого избавляться? Или это нужно терпеть? Ну все люди друг друга манипулируют. В этом мире все корыстны по природе. Вот все манипулируют. Здесь нет бескорыстных людей, кроме святых. Вот все манипулируют. Вы сейчас мной манипулируете. Вы специально начали кричать с места, чтобы я вас спросил. Это чистейшая манипуляция. Я же вам говорю, что вы меня не будете слушать. Вы будете свое говорить. Понимаете, я вчера хотела задать этот вопрос. Ну что толку задавать, если вы не слышите? Нет. Нет. Вот теперь вы сейчас хотите уже настроить слушать. Гордость мешает слушать иногда. Смотрите, в этом мире все корыстны по природе. И сначала надо принять это. Вот когда ты принимаешь, что человек корыстный по природе, дальше ты можешь уже с ним строить правильные отношения. Вот, допустим, вы корыстно себя повели, и я знаю, что вы меня не слышите, но я все равно вас спросил. Понимаете, я не говорю, это несправедливость, что она меня не хочет слышать, она свое доказывает. Я такого не утверждал. Я просто взял и вас спросил. Понимаете? И точно так же вы должны просто понять, что люди по своей природе корыстные, надо терпеть их и любить такими, какими есть. Но! Есть одно но. Терпение не означает унижение в данном случае. Надо служить человеку, который корыстен, и воспитывать его одновременно. То есть надо в него вкладывать и одновременно воспитывать. Вот какой путь отношений. Это путь правды. Когда ты любишь человека, одновременно говоришь ему правду. Это путь правды. Но если ты просто его любишь и ничего не говоришь, это унижение. И если ты ему просто говоришь и не любишь, это тоже унижение. Только для него уже. Поэтому есть только один путь, это принятие, что люди корыстны по природе, принять их, какими они есть, и дальше служить им и говорить правду. Спасибо. Спасибо вам. Вы первый раз на лекцию пришли? Все будет нормально. Изучайте, постепенно вы все поймете. Ваше настроение внутреннее поменяется. Когда люди приезжают к нам на фестиваль «Благость», мы их встречаем с оркестром, с распростертыми объятиями. И первый день, когда они приходят на стойку регистрации, они сначала выносят мозги. Говорят, это не так, все это не так, это все, этот, ну, не там шкаф стоит. Почему нет два шкафа, я хочу свои вещи отдельно держать и так далее. Много разных вопросов. Некоторые, одна женщина из-за того, что нет двух шкафов, уехала. Мы вернули все деньги назад. Но проходит 3 дня, и люди просто благодарят, они просто счастливы, потому что они видят, что мы хотим просто им служить. И когда они начинают это видеть, у них меняется настроение, они готовы даже, была авария, там не было горячей воды несколько дней, они готовы без воды горячей жить даже, просто потому что они хотят в этой атмосфере находиться. Это удивительно. Как меняются люди просто от энергии любви. И это надо всегда делать в своей личной жизни. Вот передавая тобой близкий человек, он сначала требует, выносит мозги, там все поменяется со временем. Когда он увидит твое настроение, когда он поймет, чего ты хочешь в жизни, он будет тебе очень благодарен. Вот так всегда нужно вести. Всегда нужно доказывать свою любовь людям. И тогда они меняются в жизни. Но правда тоже нужна, то есть не надо унижаться в любви. Иногда нужно сказать правду, это важно, но без злобы. Ваш вопрос? Угу. Нет, вот на втором ряду, женщина, на втором ряду. Я хотел бы вам сделать объявление. Где-то 7 лет назад моя мечта сбылась, у меня тоже есть мечты. И мне попалась группа ребят, 2 талантливых артиста, которые постепенно сформировали специальный театр
по моим лекциям. Это особый жанр. Вот. Удивительный просто жанр, в котором люди раскрывают свои сердца во время спектакля. И они глубже понимают природу мужчины и женщины. И вот этот спектакль, это первая часть вторая. Они у вас были, наверное, да? Театр Нити уже был. Будет обе, да? Вот. «Я счастье» называется спектакль. Пожалуйста, приходите 3 ноября, 18:30. Вы такого никогда не видели и не слышали. Если вы с ними не сталкивались, с этими артистами, вы реально просто будете очень счастливы. Получите удивительный, профессиональный театр настоящий, глубокий. И нравственный при этом театр, не пошлятин. Это удивительно. Приходите все, кто может. Проспект Мира, 131, ДК «Железнодорожник». Ну, вот есть рекламки, все остальное узнаете. Ваш вопрос. Да, это сложная тема, хорошо, я вам расскажу. Вот смотрите, женщина, не пугайтесь, если нет мужа, допустим, и вам самим надо воспитывать мальчика, не пугайтесь. Строго с мальчиком можно себя вести, не надо применять силу. Кричать на него тоже не надо. Строгость означает, иди сюда, вставай сюда, делай так, ты наказан. Вот, только экшен, нужны действия. Нельзя просто говорить. Вот это есть две грубые ошибки. Когда женщина пытается насилие совершить над мальчиком, то есть бьет его или там орет на него, кричит, она развивает садиста. Ну, то есть она превращает в монстра этого человека постепенно. Потому что женщина никогда не сломает мужчину. Или она сделает из него тряпку просто, ну, то есть он перестанет существовать как мужчина в принципе. Станет просто наркоманом или там геем, там, кем угодно, но перестанет быть мужчиной, понимаете? Или она сделает из него бандита, агрессивного очень человека, который будет всегда побеждать женскую природу силой. То есть, когда женщина кричит и как бы ломает своего сына, то она получит результат, который она не ожидала. Это будет страшный результат кары. Через его жизнь. Страшный результат. Поэтому женщина должна понять, что все равно она берет силы у мужчин, то есть нужно с мужчинами советоваться, как воспитывать его, нужны какие-то семьи, друзья, которые будут советовать. И она должна совершать всегда поступки раньше, чем она выходит из равновесия. То есть она чувствует, что его понесло. Как бы дальше за руку, там в угол, там наказание, но не злоба. Но мужчина понимает, мальчик понимает только поступки, он не понимает слова вообще. Если с ним там, ты будешь так еще, ты будешь еще так делать или нет? Когда вы его спрашиваете, это глупость полная вообще. Он вам скажет, нет, мам, я больше не буду. И он уже в это время думает, когда он будет так делать дальше. Мальчика школа не мотивирует. Девочку мотивирует школа. Мальчику по барабану школа. Я вот учился на первых классах вообще на тройке. И меня никто не мог заставить учиться. Я в это время там йогой занимался, еще чем-то там. Что-то изучал сам. Шахматы играл, самбо ходил. Но когда я понял, что мне нужно медицинский поступить, тогда я научил учиться. Мужчину мотивирует только цель. И поэтому ему надо дать возможность, чтобы он стал нацеленным человеком. Мальчику нужно пробудить стремление к совершенству. Вот единственное, что нужно воспитание. Дальше он сам эту школу все выучит. У него с этим нет проблем со школой. У него есть проблема с нацеленностью. И поэтому он искусственно начинает нацеливаться на компьютерные игры, там побеждает кого-то искусственно. Вот это самое опасное. Если он начал что-то побеждать виртуальное, тогда он теряет себя. Мальчика надо отдать в секцию какую-то сразу же. Как только вы почувствуете, что ему это нравится, неважно, платите деньги за это, идите, сделайте так, чтобы он куда-то стремился в жизни.
У мальчика всегда развитие начинается через движение. Поэтому секции, связанные с движением, это самый простой способ пробудить у мальчика стремление к совершенству. С характером работать ему тяжелее. Эта девочка может с характером сразу уже работать. Но мальчику нужно побеждать себя сначала через насилие над своим телом. То есть он усилия совершает, ему нужна победа. Нам вдохновился первые места занимать дед, слава Богу. Начал развиваться. При этом школа до свидания пока. Ему не нужна будет в это время школа. Школа становится нужна, когда он понимает, что школа ему поможет победить судьбу. Вот тогда он начнет уже вкладывать в школу. Это может быть не на первых классах произойти. Иногда у мальчиков по природе есть склонность уважать родителей, и они из уважения учатся хорошо. Это ваша победа. Это означает, что вы правильно с ребенком себя вели. Но если ребенок начинает вас слушать из сильного уважения, только возможно, то тогда вся жизнь его может поменяться. Но если вы это правильно используете, например, если ребенок вас слушает, не повышайте никогда на него голос. Если ребенок в целом послушный, всегда объясняйте ему очень сдержанно, никогда не издевайтесь над его несовершенством и никогда не унижайте его. И тогда он будет развиваться очень сильно сам. Непослушный? Противостоит, значит, вы все время ломаете его как личность. Надо стать строгой и доброй одновременно. Наказывайте его смело. Сколько лет? Вы одна живете? С мужем? Сейчас часто дети очень напряжены изнутри. Это называют аутизмом, ДЦП, там разными вещами. Причина напряжения – это нехватка энергии природы. Опять ли лечится очень просто. Надо отдать в секцию лучшие, которые на природе тренируются дети. Через движение напряжение уничтожается в организме у детей. Ему нужно как бы подвижные игры какие-то, чтобы... Это движение, это протест. А если он будет двигаться ради чего-то, тогда он будет успокаиваться. Ему нужна цель, секция какая-то. Ему нужно бегать куда-то. Не просто бегать, это протест его движения. А ему нужно бегать куда-то. То есть систематизируйте его движение, он будет успокаиваться от движения, расслабляться. А? Вот когда человек сильно напряжен, у него становится с головой. Вот это сильное напряжение дает возможность сосредоточиться, сконцентрироваться. Причина сильного напряжения – это неправильная жизнь семьи в целом. Когда в семье нет движения, нет на природе, нет спорта, здорового образа жизни, дети рождаются напряженными. Потому что нет подпитки энергии. Напряжение – это энергия времени. Человек не подписывается, взрослые не подпитываются, они могут терпеть. Они адаптированы к этому, дети нет. А их разрушается психика от напряжения. Вы напряжены, ваш муж напряжен, ребенок тоже напряжен. Вы здоровый образ жизни не ведете. Начнете вести, его расслабит. Вас расслабит, его расслабит. Вы не слышите меня сейчас. Я вам дальше говорить ничего не буду. Отчаяние – это выбор человека. Если вы хотите жить в отчаянии, живите в отчаянии, оно вас убьет. Если вы хотите слышать, слушайте, делайте. Это ваш выбор, понимаете? Вы выбираете сами, побеждать или болеть. Допустим, я говорю, у вас больные суставы, начните ходить. Вы говорите, нет, они будут еще больше болеть. Это ваш выбор. Я говорю, у вас ребенок просто напряжен. Вы говорите, нет, он больной психически. Это ваш выбор, так считать. Вы выбираете сами. Что? Вы сколько мои лекции слушаете? Странно, что вы не можете мне поверить. Значит, сильно вас судьба по голове дала. Вы да просто двигаетесь в этом направлении. Какая разница, насколько излечимо? Излечимо. Все излечимо. Просто нужно идти в этом направлении. Нет другого направления.
Ребенок лечится, можно в плавание отдать, это вообще самый лучший вариант. Вода плюс движение сильно расслабляет человека. Поэтому ДЦП, аутизм, плавание – это самый лучший способ вообще решить проблему. Вода плюс движение, сразу тело расслабляется. Знаете, что сейчас 30% детей таких, как вы описали? 30%, понимаете? Это высокий очень показатель, это признак неправильной жизни людей в целом в обществе. Я когда маленький рос, я всегда был на улице. Я всегда бегал, прыгал, там играл в футбол. Сейчас дети все сидят дома за компьютером. Это уже патология, и она превращается в напряжение у людей, у детей. Сама культура сейчас жизни детей поменялась полностью в сторону деградации. И это очень страшно. Нужно искусственно. Вот мне, родителям моим, не надо было секцию моими отдавать, хоть они отдали. Не нужно было, потому что все решалось очень просто. Не просто разрешали пойти на улицу, а на улице там не наркотики были и пьянство, а там постоянно было движение. Мы там играли там в одно, в другое, третье, это все не прекращалось. Я целыми днями бегал, как угорелый просто на улице. И так мальчик развивается. Девочки тоже играют в песочек вместе, там еще что-то, они тоже в семью играют, но тоже это, они развиваются таким образом. Но если мальчик сидит и в компьютере, то он все, то есть это патология уже. Вы услышали меня или нет? Конечно, ему надо бежать. Ему, ну, это факт, что ему надо бежать. Драться надо, да, ему, потому что он мальчик. Знаете, как в мужском теле классно, когда подрался, тебя побили, синяк под глазом. Это такое счастье, понимаете? Просто сидеть дома, это не счастье. Вот, как бы, у меня мать купила мне балоневую куртку, а тогда только начал балони появляться. По блату там что-то говорит, сынок, ты только, пожалуйста, на костре не будьте, потому что дырки как бы. Я говорю, ладно, мама, и побежал. Весь в дырках пришел. Первый же день. Она хотела, чтобы я был красивый, а я хотел просто жить. Что я был мужчина. Когда мы прыгали, со второго этажа старик строился в снег или там в этот керамзит, то иногда мы попадали башкой вниз. Все было нормально. Ну, воткнулся в снег, вытащили как бы и дальше пошел прыгать. Никаких проблем вообще. А? В школе жалобы, потому что он напряжен, концентрация ноль, у него не хватает движения. Нужно отдать секцию, желательно плавание. Нужно ребенку очень много двигаться, он будет двигаться, он будет успокаиваться. Тогда он начнет учиться. Это напряжение, это от того, что искусственная жизнь. Вот если собаку посадить, допустим, в квартиру и не давать ей гулять, она начнет... Это тоже напряжение, понимаете? Только у собаки уже. И будет думать, что-то она орет постоянно. Перестала кушать что-то собака. Постоянно начнет... Да она хочет на улицу просто, и не хватает природы. Так и ребенку, он растет, ему нужна энергия природы в 10 раз больше, чем вам, в 10 раз больше. Ему нужен свежий воздух, движение природы, он растет, он развивается. Поэтому он напряжен, что ему этого не хватает. Хотя бы выбирайте с ним на свежий воздух, там по воскресеньям, дайте ему там побегать на улице, вы увидите, как он станет спокойнее сразу от этого. Вы просто ведь живете неправильную жизнь, ведете. Вы сами страдаете от этого, больными становитесь. Сидит ребенок у вас от этого тоже больной.
А? Не заставить на улицу выйти, это еще хуже. Это уже все патология. Это значит, что он уже в растение превращается. Нужно мотивировать как-то его, сделать так, чтобы вот, ну, чтобы он полюбил какой-то вид спорта. Допустим, не говорить ничего, сходить, допустим, какие-то соревнования, еще что-то. Мотивировать в нем желание победы мужчине надо. Если он как бы ничего не хочет, он такой уже застыл, сидит уже все, как растение, то это еще хуже. То лучше пусть напряженный, это еще куда ни шло. А если он, то все уже как бы, это патология уже конкретно. Эта девочка может как бы жить спокойно, никуда не торопясь, все нормально. Для девочки патология, если она постоянно капризничает, это значит, что неправильная атмосфера в жизни для нее. А для мальчика патология, если он не двигается или ему не дают двигаться. Нужно движение, чтобы жить. Нужен свежий воздух, нужна холодная вода и так далее. У меня есть один знакомый, он взял, короче, и сделал детский лагерь такой спортивный, мужской, для мальчиков. И он там их гонял целыми днями там, и ну, в холодной воде они купались там, и боролись между собой там. Ну, то есть он создал вот эту атмосферу мужского развития мальчиков, мужчин, которую в древних школах всегда создавали детям. Вот мальчиков отдавали в такую школу, и он там развивался супер, потому что они спали на жестком, вот, ели грубую пищу, закаливались постоянно, борьба постоянно была, вот это синяки там и так далее, вот это все, и как бы им знания давали таким строгим, спокойным мужским голосом, таким как бы, что должен победить, ты мужчина там и так далее, маленьким детям, мальчикам. И дети росли здоровыми, счастливыми, сильными. Потому что так должен воспитываться мужчина, понимаете? Это его природа такая, побеждать. Я поняла, слава Богу. Про девочек, про женщин, про женскую природу вопрос. Ну давайте вы хорошо. Не вон садитесь. Вопросов у нас много женщин, но у меня вопрос такой. Как найти мужа? Найти мужа невозможно. Если вас обломали, и муж не имеет. Невозможно найти мужа. Невозможно найти мужа. У мужчины видишь вокруг. Мужчину можно только сбить с ног. Хороший, супер, отличный вопрос. Если он не попадается на глаза, это значит, что если ковбой Джо неуловим, это значит, он никому не нужен. Охоту надо устроить? Нет, не надо охоту строить. Надо понять, что женщина должна вкладывать силы не в мужчин. Она должна вкладывать силы в родителей, в женщин, в детей, в природу, в птичек, во все. Нет, это не то. Нужно учиться любить женщин, прежде всего женщине. Учиться любить родителей, учиться любить детей. Ну вот смотрите, допустим, я пришел на соревнования по штанге, да? Вот, я поднял... Я вообще штангу не поднял. И мне тренер говорит, слушай, ну ты мало как бы качаешься вообще. Штангу мало поднимаешь. Я говорю, я штангу много поднимаю. Он говорит, ты мало тренируешься. Я говорю, я много тренируюсь. Поймите, что у женщины должна накопиться красота до такой степени,
чтобы мужчины начали к ней как к магниту притягиваться. И она должна их рубить. Причем есть разные стадии. Первая Тренер, у меня погасла тренировочная сила. Я как бы штанга не поднимается. Он скажет: ну тогда разбуди в себе эту силу тренировочную, или останешься вот таким, как есть, дохляком. Пойдите в храм, поговорите с Богом, возьмите у Него силы. Вам нужны силы, вера нужна. Воскресните, вы надсломались, вы надломаны. Воскреситесь, полюбите весь мир, станьте верующей, а не сломанной. Станьте сильной.